Всем привет! Вот я недавно показывала, где я укореняю воздушными отводками. Вот я сейчас срезала черенок этот толстенный. Я его поливала буквально несколько дней назад, и уже он опять тут внутри сухой. Но зато он нарастил побольше корней. Видите, он у него прям еще больше все стало. И все. Его можно. Но все равно, видите, сухие корни. Надо было еще увлажнить через пару дней, но меня не было. Теперь я вот так вот отрежу ее и посажу. Вот я ее отрезала. Сейчас получится показать. Вот здесь было, видите, место среза. Тут даже вот еще этот каллюс есть. И получилось вот так. Ну все, теперь можно это вот так сажать, и он будет вот такой красивый пушистый кустик. Вот и, соответственно, все. Я вот здесь вот оторвала ту бирку, которую я делала. Видите, 0,8, 0,5. Сегодня у нас получается что? 19 июня. 19.06. Корни он дал где-то примерно через неделю 4. Я ждала, пока он нарастит хорошую корневую, и только потом я ее вот сейчас обрезала. Вот я ее полила, видно, да, что влага. Она сейчас немножко, как сказать, разойдется, и не будет таких вот пробелов. Будет равномерно увлажненная земля. Ну и все, в принципе, вот и готов черенок. Ждем корней, и обязательно... Допустим, я положу вот сюда в бокс его. Можно накрыть пакетом, но в любом случае нужна какая-нибудь тепличка, чтобы, потому что, ну, чтобы лучше приживаемость была. Он может завять, он может не завять. Это уже зависит, как корневая работает и насколько он много влаги еще брал с основного ствола. Поэтому в любом случае мы будем убирать это в тепличку. И будем ждать, пока не нарастут вот здесь вот корни хорошие. Когда здесь нарастут хорошие корни, только тогда мы начинаем убирать потихонечку с теплички. Сначала проветривание, а потом, когда он будет уже хорошо тургор свой держать, мы его уже будем доставать полностью из теплицы. Все, всем спасибо за внимание, всем пока!